ефірі студія «Репортер», я Тетяна Блайда, вітаю вас. У спорткомплексі Національного університету Одеська юридична академія відбулась благодійна акція «Нічний забіг». Цей захід став частиною великого проєкту «Спорт заради дітей». Чому забіг назвали нічним? Хто бігав доріжками спорткомплексу? Та для кого все це організували? Про це розпитаємо у гостей студії. До нас прийшли Кристина Шовкун, голова молодіжної ради при Одеському міському голові. Вітаю вас, Кристино. А також Віталій Гілевич, голова комісії з питань спорту молодіжної ради. Вітаю вас. Дякую, що прийшли до нас студії. Що ж, друзі, давайте з забігу почнемо. Чому він нічний? Чому його назвали? Взагалі, звідки і у кого з'явилася така ідея його провести? Да, давайте розкажу. На самом деле, забіг проходить в рамках проекту «Спорт ради дітей». «Спорт ради дітей» – це проект, який підрозуміває під собою благотворительний збір 1 мільйона гривень к следующему дню защиты дітей для дітей із приюта благотворительного фонду «Дорога к дому». Так, тобто рік ви взяли, аби зібрати мільйон. Да. Ага, начали ми 2 июня в этом году. Ага. Вот. И через спортивные активности, которые проходят на основе добровольный благотворительный взнос 50 гривен плюс, мы собираем деньги, которые все идут на благотворительность. И за прошедший месяц мы собрали 10 200 гривен. Ага. Чуть 10 200 с чем-то. Но это для вас нормальный результат? Как вы оцениваете? Очень сложно оценить. Конечно, если это умножить на количество оставшихся месяцев, то миллион мы не соберем. Вот. Но это первый месяц проекта. Вот, поэтому... Як куди рухатися далі? Ну, схема така, ви організовуєте спортивний захід, mm-hmm. люди на нього приходять, платять 50 гривень, yeah. і це так збираються кошти. Я хочу відмітити, це не обов'язковий платеж, це ага. пожелання, це благотворительність. Тобто ти можеш приходити бігати в рамках цієї програми як з деньгами, так і без денег. Тобто ми говоримо про те, що це благотворительна акція, і хто має можливість і хоче допомагати, він якби оплачує. Друзі, я думаю, що 50 гривень – це не така велика сума. Чи були такі, що відмовлялися? Мені здається, ну, у нас нет прайс-листа. Ага. Гривень, как бы. Ну, ясно. Можна і більше заплатити, якщо знаєш про благодійну ціль, а про благодійну ціль знають. А куди підуть ці гроші? Ну, ви сказали, куди, на що саме ви хочете їх направити? Около 900 тисяч гривень уходить дітям із цього приюта на годовое обеспечение їжі. Ми подумали, так. що якщо проєкт обеспечить питання на протяжении года цим дітям, буде дуже круто. Так, на харчування. Ну так, це благородна ціль, дуже класна. І нічний забіг став одним з таких проєктів в рамках великого проєкту «Спорт заради дітей». Чому нічний? Тому що він проходив, коли вже були сумерки, ми включили прожектора, літом дуже жарко бігати днем. Ага, вот. І коли сонце потихоньку начинает садиться, очень круто заниматься спортом. Поэтому хочется назвали сказать. Его Night Run. Так. Так. Хочется сказать, что это было возможно только потому, что мы проводили, Виталик со своей командой совместно как бы с молодежным советом, который принимал участие в этой инициативе «Спорт ради детей», проводилось это все на стадионе юридической академии. Угу. Да, хочется сказать о том, что большое спасибо Сергею Васильевичу, о том, что он предоставил возможность провести данную акцию, и то, что в дальнейшем он, в принципе, Виталик с ним общался и предоставил возможность всем одесситам свободно ходить на этот стадион, заниматься, бегать и как бы совершенствовать свои спортивные свои инициативы. Так, друзья, коли организовывали акцию, вы розглядали ще якісь стадіони? Чому саме ви вирішили звернутися до Одеської юридичної академії, до цього спорткомплексу? Вы знаете, я хочу, наверное, так, я можно ответить на этот так. вопрос. Как я уже говорила ранее, Сергей Васильевич Кивалов, в свою очередь, инициировал встречу с молодежным советом, где он с нами со всеми познакомился. Конечно, это нам польстило, потому что народный депутат Украины обратился к молодежному совету, новосформированному составу, говорит, давайте встретимся. Сам инициировал? Да, сам инициировал. Как бы это, для нас, конечно, это был шок. Ну, народный депутат Украины и молодежь. И я вам скажу, что с первой же минуты Сергей Васильевич был на одной волне с нами. Это возможно из-за того, что он всегда общается со студентами, окружен молодежью, потому что я знаю, что он всегда общается со студентами сам лично, непосредственно ходит на лекции и имеет прямое отношение к деятельности студентов в МГУ и в Юракадемии. Вот. Но и нас это поощрило, ну, это нам польстило. Конечно же, мы в дальнейшем решили продолжить сотрудничество с Сергеем Васильевичем. И вот одна из возможностей, которую мы смогли реализовать благодаря Сергею Кивалову, это было вот использование этого стадиона. Так, как вам якість стадиона? Вот вы спортсмен, профессиональный, Виталий. Ну, вы не вперше, я впевнена, mm-hmm. на цьому стадионе, але все ж таки, як оцінюєте його якість, покриття? Там кажуть, що очень круто. Очень круте покриття, так? Очень многие люди, которые начинают свою беговую
карьеру, хобби, очень по-разному, как правило, сталкиваются с большим количеством травм. Вот. И, как правило, это связано с плохим покрытием, да, с плохой обувью некачественной и с лишним весом. И вот данное покрытие может компенсировать плохую обувь, да, и как-то заменить, улучшить амортизацию. Вы слід боротися самостійно, так? Вот. Но и в любом случае это покрытие это лучше, чем бетон или асфальт, или даже грунт. Хотя грунт считается одним из лучших. Так, воно таке м'якеньке, так, на стадионе, да. Таке м'якеньке. А ви самі брали участь у забігу? Да, бігали, так? Ну, як там було, розкажіть. Я бігав, Кристина бігала. Я, скажу чесно, я бігав очень мало, потому что весь був в організаційних моментах, так. Но очень порадувало то, что Сергей Васильевич принял участие. И принял участие не как, как правило, это делают там 5 минут руками помахали, размялись для камеры. Я провел полноценно всю тренировку, которая была около часа, и я скажу честно, я был максимально удивлен. Так, вас дивувала участь Сергія Ківалова? Фізичная форма, да. А як проходить? Там була якесь було тренування, так, якісь вправи перед самим бігом, так? Як це да, конечно, проводил один из самых быстрых бегунов на длинной дистанции нашего города, Александр Крижевич. Он кандидат мастера спорта по легкой атлетике и призер очень многих всеукраинских международных соревнований на 5-10 километров и на полумарафонских дистанциях. Проходила тренировка, как любая классическая тренировка по легкой атлетике. Вначале разминка, суставная гимнастика, потом небольшой кросс для того, чтобы немного поднять уровень сердечного пульса. Вот. И разные специальные беговые упражнения, а также отрезки ускорения. Ага, и Сергій Ківалов все витримав, все тренування, ще й пробіг потім. Ага, хто ще був з народних депутатів, чи з людей, чиновників, скажімо так? Депутати були. Ну, депутати, які просто присутствували, ну, на самом деле, бігло тільки Сергій Васильович. Ага, ось так, довів свою фізичну форму, гарно. Так, друзі, ви сказали, що співпраця не тільки в рамках цього заходу, хоч ми до нього ще повернемося, ще й стадіон відкривається для всіх бажаючих. Як це було сказано? Да, действительно, мы пообщались с Сергеем Васильевичем. Я объяснил ему необходимость, да, о том, что мы, спортивная общественность, нуждаемся в качественной инфраструктуре города. И пришли к такому положительному для нас, для спортивной общественности, решению, что теперь стадион будет открыт для всех желающих. Там будет беспрепятственный доступ к нему. И теперь у нас появился еще один очень крутой стадион, очень качественным покрытием для легкоатлетов и, в принципе, всех любителей не только бега, потому что там есть еще и площадка. Ну, до речі, что там можно еще робити? Там можно бегать, тренування, тренажерка там є, скажімо так, простими словами. Там есть футбольное поле. Є футбольне поле. Можна футбольне поле, классический легкоатлетический стадион и площадка для функционального тренинга, турники, брусья и разные элементы стрит-воркаута. Так. Студенти Юракадемії теж брали участь у цьому забігу? Да. Взагалі, скільки людей нас брали? Не тільки студенти Юракадемії, не тільки політики, чиновники. Хто ще був і скільки людей? Більше 100 чоловік було на тренувальні. Принимали участие члены нашей общественной организации «Спортсоциум», в принципе, вся неравнодушная общественность, которая поддерживает проект «Спорт ради детей». И очень еще классный проект тем, что для кого-то мотивация позаниматься спортом, да, и улучшить свое физическое состояние, а для кого-то сделать благотворительный взнос. Вот, поэтому таким образом мы привлекаем абсолютно разную аудиторию, не только аудиторию спортсменов. И сколько зібрали гроші саме з цього проекту? Конкретно за данную тренировку точно не скажу. Вот знаю, что сегодня как раз мы за считали місяць, да, чуть больше 10 200 гривен. Так, Христина, ви говорили про зустріч, ту, яку народний депутат Сергій Ківалов ініціював. Що там, до чого ще домовились там? От не тільки один проект, так? Я знаю, що буде ще співпраця. Так, да, звісно. Ми, в свою чергу, наша перша зустріч, це була зустріч знайомства. Я ж говорю, ми з першого дня вирішили підтримати Сергія Васильовича, знаю його досягненнях молодіжної політики, тому що молодіжна політика – це мнення непосередньо молодіжі. І к сожалению и к счастью, молодежь на сегодняшний день разная. Есть те, которым это интересно, есть тем, которым это неинтересно. Вот такие акции, как «Спорт ради детей», акции, например, мы организовывали «День молодежи», о котором мы также в этой студии уже говорили. Это такие акции, которые помогают саккумулировать и объединить непосредственно молодежь нашего города, показать то, что как бы есть такие, как мы, которым не безразлично. Сергей Васильевич, в свою очередь, на этой встрече, которая первая была с нами, проговаривал
вот то же самое, что в первую очередь он работает с молодежью уже не первый год. То есть мы это заметили и мы это почувствовали. И он хочет продолжать дальше с ней работать. И я же повторюсь, то, что он первый депутат, который инициировал эту встречу, народный депутат, которому, в принципе, не все равно. Очень много у нас на сегодняшний день кандидатов, все борются за новые лица, у нас должны быть новые дела, я считаю, нежели новые лица. Поэтому молодежь, в свою очередь, решила поддержать Сергея Васильевича, и, конечно же, в дальнейшем мы надеемся на сотрудничество не только в рамках там, двух инициатив, а ну, на системной постоянной основе. Так, друзья, поделитесь своими планами на майбутнє в рамках акції «Спорт заради дітей». Які ще заходи будуть? Які ще види спорту? Які заходи побачить Одеса, масштабні чи не дуже? Види спорту абсолютно різні. Так. У нас вже був функціональний тренінг, пілатес. Есть такое новое направление в фитнес-индустрии, как мобилити. Так, расскажи, что это такое? Это про улучшение подвижности суставов. Так. Да. Это больше не про спорт, а про здоровье. Так. Вот. Ну, это тоже тренирование, это тоже физические да, правы, да, так? Да, конечно. Вчера, вот я говорил, пилатес был. В этот четверг пройдет благотворительная лекция с членом ассоциации диетологов и диетологом с 15-летним стажем Ольгой Янгичер. Это будет в таком же формате 50 гривен плюс, вот, но лекция будет про правильное питание. А на этих выходных будет йога. Так. Вот это коротко о ближайших мероприятиях. Также мы открыты для всех самостоятельных тренеров, для фитнес-клубов, которые хотят провести какую-либо спортивную активность в рамках проекта. Поэтому welcome во всех соцсетях «Спортсоциум», в Телеграме, в Инстаграме, в Фейсбуке. Пишите, мы всегда рады. И там же можно будет посмотреть анонсы о всех предстоящих мероприятиях в рамках этого проекта. Так, ну вы задоволены количеством людей, которые приходят на спортивные заходы? Чи хотелось бы больше, чтобы больше молодь цікавилось? Не задоволены? Нет, потому что... Мне кажется, мы никогда не будем довольны количеством. Угу. Нам всегда будет мало, и наша задача привлекать к спорту максимальное количество людей. А в целом мы благодарны всем, кто поддерживает нас и принимает участие в проекте. Що ж, друзі, я вам дуже дякую. Я нагадаю глядачам, що ми говорили про благодійну акцію «Спорт заради дітей». Мене звати Тетяна Блайда. Побачимось. Щасти вам.